Все от продуктов питания до косметики, украшений, товаров для дома, изделий из кожи и меха. На выставке-ярмарке во Владимирском экспоцентре с утра многолюдно. Покупатели присматривают товары для себя и в подарок. Это, например, теплые свитеры для всей семьи. В них выглядеть нарядно и красиво могут даже малыши от 3 лет. Размерный ряд и модели найдутся для детей, подростков, женщин и мужчин, вплоть до 62-го размера. Очень красивая. Состав у них из шерсти ягненка и кашемира от турецкого производителя. Антиаллергены, потому что шерсть снимается с 6-месячного ягненка, где еще не присутствует ланолин. Легкие в уходе, не образуют катышки. Самое главное, пропускает воздух к телу, чтобы дышало, и при этом не выпускает тепло изнутри. Поэтому при смене температуры чувствуете себя комфортно. Хоть настоящие холода еще не наступили, но люди уже выбирают теплую и комфортную верхнюю одежду для осенне-зимнего сезона. Нижегородцы из ИП «Цилин» привезли на ярмарку целую коллекцию изделий. Женские дубленки, кожаные куртки, плащи и френчи. От классического черного и коричневого цветов до ярких красных и пастельных оттенков. Производят такие в Турции на известных фабриках Стамбула. Подобрать для себя верхнюю одежду смогут как девушки, так и взрослые дамы. На Владимирской выставке предприниматели представили верхнюю одежду от 42 до 64 размера. Расплатиться за понравившуюся вещь можно как наличными, так и картой. Эти меховые изделия тоже привезли из Нижнего Новгорода. Производство уже 25 лет. Шубы самых разных фасонов из каракуля, каракульчи, мутона, норки на заказ шьют в Пятигорске. Купить такие можно даже в рассрочку на месте, без первого взноса. Эту коллекцию подготовили специально к выставке. В ней самые модные цвета и оттенки – от графита до изумруда. Называем еще меховой шелк, потому что изделия из афганского каракуля – они легкие, они комфортные, они очень красивые, они украсят любую женщину. Есть любые размеры, любые лекала, огромный выбор фасонов, который подойдет каждой женщине. Шикарный аукционный мех из Англии, пожалуйста. Ценовая политика от производителей только. Рады будем вас видеть. Предлагают на ярмарке и широкий выбор галантерейной продукции. Вместительные кошельки-органайзеры и удобные зонты. Они механические, легко складываются и помещаются даже в небольшую сумку. А для женщин декоративная косметика, классические и современные ароматы. У меня получилось собрать такую подборку духов, вещей вот галантерейных, которые носятся, которые долго пахнут, которые вкусно и которые не стыдно предлагать людям. Вот важный для меня был как бы посыл. Снова привез бренды, которые полюбились. Это духи, быть может, это духи пани Валевские, причем не туалетные никакие, а именно духи. Отдельный раздел выставки посвящен всевозможным продуктам питания от производителей и товарам для дома. Это, к примеру, острые ножи разных размеров и оборудование для мясорубок. Все изделия завода из Нижегородской области. Старинный завод, который выпускает режущий инструмент для кухни и мясопереработки. Любые все ножи, которые делает этот завод, славятся испокон веков. Хорошее качество стали, эргономичная удобная ручка, очень удобные в использовании на кухне для любой хозяйки. Тех, кто любит натуральные продукты, привлечет свежее льняное масло прямого отжима из семян. Его производят в Ярославле. Оно имеет очень приятный вкус. Его можно добавлять в любые блюда, в холодные, готовые. И также оно содержит омега-3, жирную кислоту, которая позволяет очищать сосуды. Оно снабжает мозг нужными веществами, и организм расцветает. Всего на выставке-ярмарке в экспоцентре свои товары представили более 100 предпринимателей и производств из 21 региона страны и Республики Беларусь. Посетить выставку можно до 10 ноября.